Борьба с туберкулезом и контроль распространения этого заболевания на сегодняшний день является одной из важнейших задач здравоохранения, а своевременное его выявление – одно из основных мероприятий, препятствующих распространению инфекции среди населения, повышающая вероятность благоприятного исхода лечения больных. Семинар посвящен выявлению туберкулеза. Это очень грозное заболевание, социальное. Болеют, к сожалению, все слои населения. Заболеваемость туберкулезом в нашем Кузбассе одна из самых высоких в Российской Федерации. В ходе семинара обсудили возможности повышения осведомленности населения о разрушительных последствиях заболевания, методы раннего выявления и диагностики и, самое главное, алгоритм действий при выявлении больных. Самое главное – не пропустить, самое главное – выявить на любом приеме, что в стационаре, что в поликлиниках этих пациентов, направить на дальнейшее обследование. Семинар организован с привлечением специалистов Ленинск-Кузнецкого туберкулезного диспансера. Подготовила курс лекций врач-фтизиатр Ирина Обухова. Задача мероприятия – обновить знания и быть готовыми к борьбе с социально опасным заболеванием. Анна Кириллова, Василий Обухов, РИА Ленинск.